Ну, вы знаете, наверное, нельзя рассуждать на вопрос, какую конкретно модель выбирать нашему кинематографу. Нужно развиваться в разных направлениях. Просто дело в том, как ты делаешь, да? То есть, естественно, это должно быть хорошее финансирование, чтобы были достойные спецэффекты, это должны быть трюки, правильные, хорошие, качественные декорации, чтобы можно было качественно отснять этот фильм, да, и какая направленность. Ну, мне, честно говоря, хочется, чтобы больше было добра, чтобы, конечно, в фильмах всегда добро побеждало зло, и они были с хэппи-эндом, счастливым концом, наверное, более какой-то патриотизм, конечно же, несли, потому что зачастую мы забывает наше подрастающее поколение героев, благодаря кому мы сейчас живем, благодаря кому мы ходим по земле, благодаря кому мы вообще вот есть, да, то есть хочется какую-то вот эту ценность, чтобы люди несли, чтобы кинематограф ее вот нес и оберегал, чтобы она не тлела и вот всегда была, всегда и на первом месте.